Привет! Я Катя Очкарёва. Я работаю в очень крутой компании «Уманетта». Здесь все директора. Казановский, директор по международным связям. Да, девочки, свяжите меня. Отхлестайте и накормите вареньем. Кира Дурьевна, маркетинговый директор. Мурзилка, арт-директор, занимается разработкой имиджа компании. Вика Ита, секретарь-директор. Падлыча, еще нет? Не-а. Шалопаев, финансовый директор. Андрей Падлыч у нас вообще гениальный. Ой, то есть генеральный директор. Кругом одни директора и президенты. И у каждого дел не в проворот. Катя, а почему вы до сих пор не работаете? Перепишите это от руки. Красивым почерком. Переведите эти документы на албанский. Скиньте эти прайсы мне по факсу. И вставьте во все документы новый логотип компании. Сделайте мне кофе. И мне. И мне. Мне со сливками. Сделайте отчет по маркетингу. И по продажам. Как можно человеку дать столько заданий? У меня же не 100 рук. Да, Кира Дурьевна, уже начала. Да, Мурзилка, уже несу. Да, Вика, уже почти закончила. Ну с кем вы тут по телефону разговариваете? Работать надо. Срочно мне отчет о проделанной работе. И мне отчет. И мне. И мне. Катя, вот ты, скорее ко мне в кабинет. Катенька, вы уже выполнили мое поручение. Катя, где мои очки? Где мои трусы? Катя! Ну где вы там застряли? Да идите же сюда! Вот так вот, начальство на работу хоть и опаздывает, но после работы не задерживается. Катя, какого черта вы спите на рабочем месте? Впрочем, у меня для вас хорошая новость. Вы хорошо поработали. И я решил, что теперь мы можем усилиться и взять на работу целых 5 новых сотрудников. 5 новых директоров. Они у меня просто душки. Придушат любого!